Обратная сторона лидерства в производстве продукции животноводства – производство таких же рекордных объемов животноводческих стоков. Органические удобрения на их основе следует использовать рационально, сбалансированно и с соблюдением всех экологических норм. Эта тема стала одной из обсуждаемых на заседании малого правительства региона. Аграриям в ближайшие дни предстоит выбрать оптимальную систему внесения удобрения из лагун. Такое поручение дал губернатор области Евгений Савченко. Свиноводческие стоки дают серьезную прибавку урожая, а потому, по мнению губернатора, есть смысл создать в регионе своеобразную аграрно-экологическую полицию и наделить ее широким спектром полномочий. А для этого необходимо провести подготовительную работу. Срок вам 5 дней внести предложение по администрированию, внесения, накопления, хранения, по всей технологической цепочке свиноводческих стоков. Заведите все их в мониторинге, центральный диспетчерский пункт, все, каждый день, отчеты, система отчетности, система мониторинга, штрафные санкции, выехали, не выехали. У них все должны быть полномочия, у этой группы. Во всяком случае, составление всех актов. Хорошая у них мотивация, хорошая заработная плата.